Привет, ребятки! С вами Елена Судакова, и сегодня я научилась снимать голову мальчика Monster High. Для этого вам не нужно ничего, кроме куклы и ловкости рук, ведь для снятия головы мальчика нужно всего лишь аккуратно поворачивать и тянуть его голову без особых усилий. Если вы, как и я, думали, что шейный якорь мальчика такой же длинный, как у девочек, то вы ошибались. Все так же просто, как и с куклами Create a Monster и даже обычными китайскими подделками. Вот такие пироги. Так что не бойтесь экспериментировать. Надеюсь, урок был как интересным, так и полезным. Совершенствуйте своих кукол и делайте их самыми необыкновенными на свете.